Итак, уважаемые слушатели, школьники школы города Москвы 15-14. Сегодня я хочу рассказать про очереди специфические, необычные, которые называются словом стек. Вот, и про их применение. Ну, и все это, конечно же, на нашем языке, который мы изучаем, на C++. Я не буду работать сейчас на классических обычных массивах. Мы сразу будем пользоваться контейнером вектор, потому что он динамический массив с автоматической поддержкой, ну, похож немножко на лист, только с однотипными элементами, на лист в Python, только с однотипными элементами. Итак, давайте, собственно, очередь, last in, first out, тире. Ну, то есть это, по сути, синоним, да, можно было бы написать равно. Да, тире, стек, пишется через буковку Е, хотя не знаю, как правильно, но давайте я по-английски напишу. Стек. Надо сказать, что это очень прикольная и нужная структура данных, и она используется на уровне самой архитектуры компьютера. Поэтому те, кто когда-нибудь сталкивался с языком ассемблера, они знают про наличие сегмента памяти, у каждого вычислительного процесса он свой, сегмента памяти стек. Ну, впрочем, у каждой нити исполнения. Но мы не о том. Я именно про высокоуровневую структуру данных, которую мы создадим своими руками при помощи вектора. Так вот, давайте вначале теоретическое объяснение на доске, потом на компьютере мы будем это дело программировать. Итак, идея следующая. Как выглядит, какие бывают очереди? Представьте себе, что вы пришли в столовую покушать, пообедать, да? И вы заходите, ну, бывает в некоторых столовых специально, и, может быть, в аэропорту. В аэропорту там прям вот специально ленточками огорожено, да? И там вот есть некая, как сказать, вот, некий лабиринт условно, да, по которому вы следуете, да? И, соответственно, вы попадаете в этот лабиринт и следуете за вашими там предстоящими товарищами, да? Вот они двигаются, вы двигаетесь, этот шагнул, вы подошли, да, этот подошел. И еще пример очереди, вот подобные очереди, да, это что? Автомобильная пробка. Ну, пробка, в которой никто никого не обгоняет, и все послушно, спокойно едут. Что, конечно, в такое снежное время, как сейчас, является крайне ценным, да, потому что, ладно, вы не водите машину, наверное, с этими ситуациями вы не сталкиваетесь активно. Да здравствуют водители, которые ведут себя корректно на дороге, да, и следуют принципу очереди. Давайте я все-таки нарисую просто вот такую очередь, да, и вот эта очередь, в которой у меня вот этот вот товарищи заходят, да, они заходят в эту очередь, да, и продвигаются к чему? Ну, к выходу. Надо сказать, что у очереди, да, есть базовые команды. Одна – это впихнуть человечка в эту очередь, как это, пропихнуться, да? Используется такое наименование для этой команды – push, push, толкнуть, да? Ну, то есть я как бы ее, вот этого человечка в скобочки возьму, да? А другая команда, она по отношению к этой очереди, да, будет означать что? Что я оттуда хочу достать кого-то, да? Или можно так выскочить. Ну, то есть такая толчья, там внутри куча. Сейчас я поступил не по принципу очереди, простите, я его вставил в середину. Так нельзя. Он должен был зайти своевременно. Короче, они как бы там набились в этой очереди, и вот первый оттуда и выскочил, да? Соответственно, вот давайте я сейчас напишу эту тоже команду. Это теоретически, это на самом деле в разных языках, в разных контекстах используется по-разному. Но принцип вот этой очереди, он один и тот же. Так вот, фишка в том, что у меня будет некое значение, да, которое я получу, да, в результате выпрыгивания из очереди. Давайте я назову очередь буковкой Q. По-английски очередь пишется вот таким словом. Мне очень забавляло всегда, как оно пишется, куе-уе. Да? Но произносится оно тупо, как в ABC в алфавите произносится сама буковка Q. Ну, давайте я даже так напишу. Q, да, U, Q. Вот так вот. Не куэ, а все-таки Q.
Понятно? То есть можно одной буковкой ее назвать. Так вот, смотрите, я говорю: очередь, выплюнь мне человечка, пусть из тебя выпрыгнет кто-нибудь. Поскольку это функция, и эта функция, она принадлежит данной конкретной очереди. Ну, я предполагаю, что очередь сама, вот это и есть очередь Q, да? Так вот, она является, по сути, таким контейнером, да, для хранения моих человечков, да? И я туда их могу запихивать, да? Обратите внимание, я то же самое, я хочу запихнуть их именно в эту очередь, поэтому говорю Q.push. То есть в эту очередь впихнуть. Ну, это, собственно, вы же привычны к этому в Python, да? Это метод вот этого конкретного объекта, экземпляра, класса какого-то там, да? Но это может быть, сейчас не важно, да? Сейчас именно теоретически обсуждаем, мне не важно, какого он типа, плевать. Но смысл в том, что по сути операции вот эти называются словом push и pop. Ну, я, если честно, все-таки предпочел бы их писать с маленькой буковки, поэтому я перепишу маленькими буковками. Итак, push – это действие, в котором я беру и конкретный экземплярчик, который будет храниться в контейнере очередь, запихиваю в очередь. Да? Pop – это выскочить, выпрыгнуть. Да? Pop-звезда – это прыгающая звезда. Это не обязательно popular, да? Pop artist, он прыгающий артист, он скачет. Ладно. Так вот, то, что я вам нарисовал, не стэк. Это очередь, но это не стэк. Принцип этой очереди first in. Простите, я с большой буковки напишу, потому что я конструирую аббревиатуру. First in, first out. Видите? Аббревиатура FIFO. FIFO. First in, first out. Понятно? Вот такого типа очередь. И эти очереди, они в компьютеры вычислительные. Прошу прощения. Они в вычислительной технике, ну, в смысле, в организации операционной системы или стек сетевых соединений, да, там, в стеке протоколов. Этих очередей полным-полно. Ну, условно, у вас есть некий коммутатор, на него прибежал пакет, этот пакет надо отправить, да, но линия занята, ну, то есть по одной линии мы приняли, а другая линия, на которую надо отправить, он смотрит, он его отмаршрутизировал, его надо туда отправить. Но там пока занята линия. А в этой занятой на эту занятую линию уже может стоять в очередь несколько пакетов на отправку. Ну, окей, не вопрос. Или ваша программа принимает клики мышкой. Да, она как бы повесила себе ожидание событий клика мышкой. Да? А операционная система смотрит, пользователь кликнул. Но ваша программа занялась какой-то вычислительной деятельностью сложной. И она сейчас занята, как занятый человек, и она не обращает внимания на эти события. Операционная система готова ей сказать: вот тут тебя кликнули, а вот тут послали, а вот теперь вот в этих координатах тебя правой кнопкой, левой кнопкой. Да? В результате в таких очередях может накапливаться значительное количество событий. И, ну, кстати, вот эти очереди событий, кликов мышкой, нажатий клавиш клавиатурой, в конечном счете могут переполнить эту очередь. И операционная система смотрит и говорит: товарищ, программа не отвечает. Ну, то есть, может быть, программа занимается чем-то полезным, я не знаю. Но, правда, операционная система не может сказать это определенно. Программа задумалась, она зациклилась. Может быть, этот цикл, он нужный. Может, она архивирует гигабайтный файл, понимаете? Или пересылает какую-то штуковину в 30-е царство, да? И не откликается на запрос. Нормально, программа должна откликаться на запросы по-хорошему, да, даже при нагрузке. Но это уже сейчас не наша задача, да? Но фишка, еще раз, давайте вернемся к мысли в том, что вот такие очереди, да? Обычные, скажем так, очередь FIFO, да, вот вернемся к этому, да, очередь FIFO, она организована по вот этому классическому принципу, их полным-полно, а это как служебная структура данных, используется много-много где, нужная штука, да.
Но стек – это другая очередь. И вот эта вот фраза, которую я написал, давайте сразу ее раскроем, да? Да, собственно, давайте вот я тут напишу, что, ну, очередь LIFO, да? Эй, доска, стань мокрой. Очередь, собственно, last in, first out. Значит, давайте я сразу напишу, да, это, ну, я не знаю, я повторю заголовок, что это, собственно, стек, да? Ну, давайте я вот именно хочу, вот, раз и два для сравнения. Значит, что я хочу сейчас? Я хочу белый мел. Значит, и хочу нарисовать вначале ее идею, да? Ну, я помечу словом стек все-таки. Я не могу, да? Потому что про нее обычно говорят LIFO очередь, LIFO queue, да? It est, это по латыни. Да, то есть стек. Да? То есть, собственно, стек и есть. Значит, в чем суть его? Я беру своих человечков и беру вот такую вот лифт. Самое, наверное, такое место, где вы с этим сталкивались, это лифт. Потому что лифт – это единственный тупик, в который вам надо забиваться. В этих, в торговых центрах бывают глубокие лифты. Ну, то есть вот здесь вот дверцы, задвинулись, раздвинулись, да? Но, простите, смысл следующий, что лифт глубокий, потому что нужно перевозить много человек. И вот эти много человек стоят на этой площадке перед лифтом и хотят поехать. Они туда должны зайти. Но лифт относительно узкий. Да? Поэтому первый человек, который туда зашел, для того, чтобы следующие смогли туда зайти, и дайте мне, я все-таки сделаю отличие. Я не буду говорить кью, а я скажу именно первую буковку стек, да? Поэтому я напишу вот так, как бы s.push, да? То есть запихивание туда человечка, да, я буду делать вот подобным образом. s.push и туда человечка запихнуть. Понятно? Так вот, он доходит сразу до конца лифта, чтобы пропускать остальных. Ну, представьте себе, как если бы толстые пингвины заходили в этот лифт, да, и они не могут разминуться, да? Они не могут разминуться. А, и еще, давайте предположим так, что вот эти все люди, да, они выйдут, неважно даже когда, но главное, интересно то, как они могут заходить и выходить, да? Ладно, короче. Я туда их напихиваю, да, напихиваю. Ну, ладно, давайте я одного оставлю здесь, да. А теперь давайте оттуда, один человечек у меня оттуда выскочит, да, из этого вот места. Да? Ну, слушайте, дайте я немножко перенесу вот эту надпись, чтобы у меня, собственно, вот этот человечек и был тем, который туда впихивается, да. S.push. Я впихаю в стек, да, запихиваю его в стек. И он, соответственно, у меня сюда попадает. Ну, естественно, логично, что он встает в специфическую очередь. Но фишка этой очереди в том, что последний, который вошел, last in, будет первым, который выйдет. Или конструируем фразу, да, LIFO, last in, first out. Теперь, если вы встретите в алгоритмической литературе вот эти фразы FIFO, LIFO, это вас не удивит, да? Соответственно, выпрыгивающий человечек, вот сейчас был этот, да, условно, вот я его хочу получить, да? Соответственно, я получу его как значение, ну, понятно, что я наверняка-то в переменную собираюсь его, ну, хотя, впрочем, иногда можно его впихнуть куда-то еще, да? Так вот, тем не менее, да, ну, я как бы вот положу его сразу налево, да? Он получается в результате того, что я из стека, ну, стек это тоже Q, но я напишу буковку S, да? Ну и еще, поскольку он является контейнером, я позволю себе назвать его одной заглавной буковкой. Мне сейчас это больше понравится. Хотя PyCharm в питоне бы меня бил за то, что я переменную назвал одной большой буковкой. Но я все-таки хочу, чтобы у меня условно классический массив, ну не массив, а вектор, да, как контейнер, он у меня был вот одной большой буковкой.
Вот, отличать его глазками от переменных, в которых одно значение хранится. Так вот, собственно, я делаю поп, ну, поскольку это функция, то для вызова мне нужны круглые скобочки, но мне ничего передавать не надо. Как раз выпрыгивающего человечка я узнаю, потому что, он оттуда выпрыгнул. Теперь давайте попробуем смоделировать, да? Если у меня есть очередь, и я запихиваю туда, как объекты, да, числа. Вначале один, за ним два, а за ним три. Вот они туда заходят. Ну, слушайте, давайте я их сейчас для простоты, чтобы их запихивать и написание их на доске было в правильном порядке, я как бы эту очередь направлю справа налево. Да? То есть, соответственно, я числа 1, 2 и 3, как шарики такие по желобу спускаю, да? Соответственно, они выйдут оттуда в каком порядке? Они выйдут оттуда в том же самом порядке. Ну, давайте я, не знаю, этот желоб, давайте, вот, чтобы мне места хватило, да, я вот так вот это сделаю, да? Оп! Ой, не хватило мне разворотного места. Вот шарики катятся по желобу, и выкатываются они в том же самом порядке. Первый, за ним второй, и за ним третий, да? То есть порядок исходный будет соблюден. Да? Понятна логика? А здесь я нарисую другую ситуацию. Это железная дорога. Иногда на железной дороге делают вот такую штуку. Ну, на самом деле, там часто бывает именно что сквозной проезд, да, то есть вот пути идут, пути. Там вокзал, да, условно, Казанский или Ярославский вокзал там, да, а это место, откуда мы прибываем. И идет состав, идут вагоны, сейчас вагоны поедут. Значит, а вот здесь вот есть такой тупик. Тупик. И вот такое вот, собственно, соединение. Вопрос. Зачем? Зачем нужен такой странный тупик? Да? Едет поезд себе, едет, ну и проехал себе мимо. Зачем? А теперь смотрите. Так, что там мне нужно взять в качестве поезда? В качестве поезда. Так, у меня они едут слева направо. Слева направо. У меня не очень много объектов, которые едут слева направо, поэтому давайте у меня будет справа налево ехать мои объекты транспортные, и поезд у меня будет чуть-чуть специфический. Чуть-чуть специфический у меня будет поезд. Итак, кто едет у меня? У меня едет машинка, трактор, самолетус. Ну ладно, давайте все-таки колесные. А почему самолет тоже колесный? Велосипедус. О, велосипед, за ним красная машинка, синий трактор, зеленая машинка. Да, а за ними все-таки самолет. Ладно. Значит, смотрите. Если они просто так едут вперед, да, то у меня лидирующий замечательный велосипед, он в результате приедет на вокзал первым. Да, он первым ехал, первым приехал. А теперь смотрите, эти товарищи хотят, чтобы первым прибыл самолет. Мы загоняем эти вагоны в тупик, да, то есть у меня они заходят сюда, все, да, заходят все сюда, после чего, ой, самолет упал, слава богу, игрушечный, магнитный, а не настоящий. Так вот, да, после чего они полностью заехали, мы переводим стрелку, и самолет поехал первым, да, а за ним весь состав потянулся. И в результате что происходит? Что у меня поезд разворачивается при помощи этого тупика. Тот вагон, который был первым, стал последним, тот вагон, который был последним, стал первым. Согласитесь, это очень прикольная, простая логика, да? И логика вот этого железнодорожного тупика, это логика очереди last in, first out, или, как программисты говорят, стека. Понятно? Вот такая штука стек. Большой вопрос. И вот возникает большой интересный вопрос. Я не помню, из какого-то КВНовского номера, очень ярко у меня отложилось. Нафига?
Вот нафига? Зачем, простите, да? А, и вспомнил, это Пушкин и его директор, замечательный. Замечательный номер из классики КВН. И современный КВН что-то мне не всегда нравится, прям сильно не нравится. А вот классику я очень люблю. Тут, Пушкин там, в какой-то момент говорит своему этому директору. Говорит, нафига? Солнце русской поэзии. Зачем? Да. Так вот, друзья мои, вопрос. Да, такой полуриторический. Зачем? Зачем же это в программировании? Ну, для поезда понятно. Зачем же это в программировании? А самое главное, ну а в чем проблема? Мы умеем делать реверс в массиве. Ну, запихнули в массив, сделали реверс, если нам надо. Зачем нам вводить вот это странное понятие, которое я сейчас ввел? Согласитесь, есть некоторый нонсенс в этом, да? Ну, массив, или даже, ладно, реверс не нужен, массив. Просто давай запомни все числа, которые тебе дали, и выплюнь их в обратном порядке. Фишка стека в том, что мы можем не опустошать его полностью, а мы можем этот как бы стакан или стопку, ну, между прочим, книги, которую вы накладываете, это в каком-то смысле стопка книг, да? Stack of books. Есть такое слово stack, стопка, да? И вы не можете вынуть нижнюю книгу, чтобы не упали верхние. Или как в этой комедии про Павла Шурика, операция «И» с горшками, где там нижний горшок вытаскивает этот бандюга один, там, Никулин, по-моему, да? И все горшки падают. Вот в стопке так нельзя. Вы можете взять только верхний предмет. Да, вот метод организации очереди по принципу стопка. Да? Так вот, фишка в том, что закладываемые объекты... Слушайте, я бы хотел, чтобы они все-таки были разные. Дайте я эти все-таки магнитики, которые у меня тут с транспортными средствами, потому что они все-таки разные. Да? Так вот, я их туда... То есть у меня они появляют... Вообще, послушайте, очередь, она нужна в тех ситуациях, когда у вас некие события, или некие числа, или некие строки приходят на обработку, но не одновременно. То есть вот этот вот поток входящих данных, это не так, что они все сразу пришли и выстроились. Понимаете? И сразу вы уже все распланировали, все готовенько. Нет. Они придут, да, они придут на обработку в какой-то момент. Ну, условно, у вас поступает поток чисел с клавиатуры. Пользователь поспал, и тут через 10 минут взял и ввел число. А потом через какой-то момент он взял и ввел еще 5 чисел. Ну, ладно, 5, 3 числа, допустим, да? Понятна логика, да? Ваша программа обладает ресурсом, чтобы это обрабатывать, да? Она не обязательно должна это дело откладывать на потом. Ну, все-таки это еще такие классическую, предполагаю, очередь. А давайте разберемся, для чего же нужен все-таки стек, есть ли в нем какой-то смысл, да? Давайте еще раз подумаем, да? Первое. Объекты, которые я туда закладываю. Вот появился только один, про другие еще ничего неизвестно даже, будут или не будут. И я его пихаю туда, да? И он ждет. Появился еще один объект. Да? Я его пихаю сюда, и по какой-то причине в этот момент, да, я говорю, пора обрабатывать, и я вытаскиваю этот объект, а этот, может быть, и даже не вытаскиваю. Ну, может быть такая ситуация, сейчас я буду пояснять. Потом приходит следующий объект, да, я говорю, замечательно. Да, я его вообще в стек не буду выносить, да, заносить, но вместе с ним присоединяется вот этот. Сейчас я попробую вам это дело пояснить при помощи магнитиков. Ну, правда, они у меня чуть-чуть разного цвета. Мне надо бы обзавестись магнитиками прям сильно разных цветов, условными мальчиками и девочками. В моем мире мальчики, да? Я хотел задать вопрос, а вот S-push, получается, так до бесконечности можем складывать туда? А, очевидно, нет, потому что у компьютера конечная память. Согласен? Ну да. Второе, у самой структуры... Да, это первая причина. Алексей, вторая причина. У самой структуры данных могут быть ограничения.
Ну, на самом деле даже проще. Твой вычислительный процесс не обладает всей оперативной памятью твоего компьютера. Операционная система разруливает вычислительное пространство, да, ну, ресурсы, прошу прощения, компьютера, да, и она память процессам раздает, ну, она отвечает на их запросы, если это нормальная операционка, да, не глючная, то она более-менее раздает эти ресурсы, потому что ради вычислительных процессов дело-то и происходит. Да, операционка — это служебное дело. Так как это государство должно служить людям, так операционка должна служить вычислительным процессом для их корректного выполнения и грамотного распределения ресурсов. Так вот, вашему вычислительному процессу недоступны все ресурсы вашего компьютера. Если у вас 8 гигов памяти, то это не значит, что вы сможете создать стек, да, в который вы напихаете 8 гигабайт данных. Нет. Операционной системе нужно там наверняка, ну, не меньше гигабайта на свою функционал. Если это винда, то больше. Вот она кушать любит. Как дракончик с 13-го чертенка. Так вот, я что хочу сказать. На самом деле, объективно нужно на конкретном компьютере примерно, ну, можно, знаете, метод естественных испытаний. Ну, просто возьмите и попробуйте. Или подумайте. А если вы сами конструируете этот стек как структуру данных, то вы вынуждены будете сами заложить некие ограничения. Тем не менее, да, переполнение стека существует. Вот, может быть, оформлено даже явным образом, когда у стека, как у лифта, хороший лифт, он же умеет на самом деле кричать: «Я переполнен, я никуда не поеду, я не тронусь с места». Покиньте помещение несколько человек. Вы, ну, то есть в этом смысле у программного стека есть возможность вообще отказать в момент, когда мы пытаемся сделать в пуш в уже заполненный стек, а мы туда пихаем, пытаемся еще кого-то, он отказывает и запускает какое-то исключительное событие, да, там, исключительное состояние, прерывает работу программы или более мягко это делает. Но тем не менее, да, то есть механизм в принципе существует для отказа в запихивании, поскольку структура данных переполнилась. Друзья, давайте вот что сейчас сделаем. Мы сейчас будем этих товарищей... Сейчас, слушайте, все-таки я хочу, чтобы это были герои, а не просто однотипные магнитики. Итак, давайте это будет у меня. Так, сейчас, минутку. Так, раз, два, три. О, я придумал, как мы это сделаем. Значит, у меня будут герои, и у меня будут транспортные средства. Так, транспортных средств у меня сколько? У меня тут раз, два, три, шесть героев и пять транспортных средств. Добавим еще одно. Добавим еще одно транспортное средство. Итак, смотрите, я собираюсь сажать героев на транспортные средства. Почему-то, сейчас забейте почему, почему-то я выбрал в качестве места хранения героев, я выбрал стек. Причем интересное дело, да, если у меня вдруг возникнет сейчас какое-то транспортное средство, в тот момент, когда у меня, собственно, нет героя еще, да, то там, допустим, это транспортное средство просто пролетает, проходит мимо. Да? А, давайте вот как, представьте себе, что это остановка. Идет сильный дождь, гроза, и не зайти в эту остановку нельзя. Но проход вот в эту нору, да, нора такая в лесу, которая является остановкой транспортных средств. Зайти в нее можно только узенько, да, герои не могут пропихиваться и распихивать друг друга, они вынуждены уступать. Итак, допустим, у меня едет первое транспортное средство. В стеке пусто, оно делает остановку, никого нет, и оно проехало мимо. Да, вот у меня оно проехало пустым, допустим. Да, тут шел заяц по лесу, Слушайте, я немножко подниму этот, чтобы было веселей, так будет веселей. Так будет ближе, эти зайцы лучше попадут в кадр.
Итак, шел по лесу, так, машинка у меня, соответственно, я сейчас, слушайте, я вот сюда буду откладывать, да, то есть результаты того, что первое транспортное средство проехало полностью пустым. Шел по лесу заяц, шел, да, и пришел к автобусной остановке. И я его, соответственно, он заходит в автобусную остановку. Шел медведь. Да, пришел и зашел в автобусную остановку. Он загородил зайцу проход, поэтому медведь теперь уедет первее зайца. Да? Шла курица, топ-топ-топ, курица шла, зашла, встала в автобусную остановку. И тут, собственно, приехало транспортное средство, например, трактор. Да? У меня в стеке есть герой, который собирается уехать. Да? Но именно курица у меня садится на трактор и на тракторе уезжает. Соответственно, вторая ситуация, да, то есть это у меня была первая ситуация, это вторая ситуация у меня, да? Курица уехала на тракторе. Следующий был бы медведь, ну, если никто не придет, да? Ну, допустим, давайте, пусть медведь, да? Медведь, тут прилетел самолет, да, а тут как раз медведь ждет своей очереди. Да, и он выпрыгивает, садится на самолет, и далее медведь на самолете, он ушел, да, и попал, собственно, на этот самый. Это третье спаривание. Ну, спаривание, в смысле, у меня возникло событие некое, по причине которого я должен из стека достать некое другое. Ну, можно было бы с мальчиков и девочек женить, например, да, юношей и девушек. Можно было бы их женить по принципу такому же, да. Вот, но пусть у меня будет вот так вот. Да. В принципе, в каком-то смысле можно было бы сказать, а почему я использую стек? Да? Сейчас это беспричинно. Я просто еще хочу еще раз пояснить логику стека как такового. Да? Что там совершенно не обязательно сразу всех туда напихать. Заяц стоит, ждет. Никого нету, ни транспортных средств нету. И тут вдруг пришла мышка. Мышка-нарушка пришла и тоже встала в остановку и мешает зайцу пройти. Лиса тут пришла, почему-то не стала есть мышку, стоит, ждет своего транспортного средства. Тут приехала красная машина, лиса, первая из очереди, и она уехала. Понятно? Ой, заяц, вернись. Заяц очень странно выглядит вот так вот, потому что у него тут есть усы, которые вам не видно. Я их, пожалуй, просто отрежу. Будет естественнее выглядеть. Это заяц. Ладно, что я хочу сказать, что у меня в стеке, да, сейчас два героя. Лиса уехала, она вообще только что пришла. Но из-за вот этой структуры стек last in, first out, она последняя пришла, первая ушла. Но вы поймите, при этом она пришла уже после того, как произошел поп вот этих двух героев. То есть, интересная ситуация, которую я могу легко сейчас смоделировать, да, ну давайте еще пару транспортных средств, там, не знаю, за мышкой прилетит вертолет, и мышка на вертолете улетит, да, и давайте за зайцем наконец-таки приедет велосипед, заяц сел на велосипед и уехал, соответственно, и он у меня аж шестой. Понятно? Вы поняли идею, да? А теперь давайте смоделируем две ситуации, то есть последовательность в обычной очереди последовательность пуш и поп не играет своей роли. В обычной очереди они всегда, в каком порядке туда входили, в таком бы они и уезжали. Понимаете? Дайте я уберу эту машину, на которой никто в итоге не поехал. Давайте сейчас все будут в итоге ехать, да? Смотрите, ситуация какая? Давайте, первое. Транспортные средства отсутствуют. Да? Поехали. Пришел заяц. Пришел медведь. Пришел медведь. Пришла курица. Пришла мышка. Пришла лиса. То есть вначале полная загрузка стека. Да? Потом пришли транспортные средства. Да? Трактор, самолет, потом машина. Потом вертолет, да, и велосипед приехал за зайцем. Ну, вот так уж получилось, что у меня совпало, потому что я специально зайца тоже там оставил последним, но это совершенно было не обязательно. В итоге, как видите, да,
Поскольку у меня в начале пуш-пуш-пуш-пуш-пуш-пуш-пуш-пуш была вот эта закладка, а потом поп-поп-поп-поп-поп, то герои расположились полностью в обратном порядке. Первой уехала лиса, второй мышка, потом курица, потом медведь, потом заяц. Да? Давайте другую ситуацию. Давайте другую ситуацию. Теперь у меня... Так, припрячем их еще ниже за кадр. Теперь давайте еще раз. Смотрите. Пришел заяц, и тут же приехал трактор, и заяц уехал на тракторе первым. Пришел медведь, встал в стек. Стек был бы готов принять остальных героев, но тут вдруг раз, и уже прилетел самолет. И медведь улетел на самолете. Понятно? Дальше пришел кто? Курица пришла, да? И тут же приехала машина, и курица уехала на машине. Пришла мышка, и тут прилетел вертолет, и мышка улетела на вертолете. Пришла лиса, и тут за лисой приехал велосипед, и лиса уехала на велосипеде. Таким образом, внимание, получается, что стек, да, стек, он очень прикольно себя ведет, специфически, да? Важно не только ну, факт, в каком исходном порядке приходили эти, условно, герои, да? А важно еще и то, как происходил пуш и поп, да? То есть, а забирали ли мы их последовательно? Ну, это как лифт, в который зашел один человек и вышел. И тогда... Наличие вот этого вот стековости, этой стопочности этой структуры, оно ничуть не сказывается на последовательности. Но если вдруг все-таки там скапливалось несколько, то тогда возникает как бы отложенные вычисления в обратном порядке. Давайте героев всех поубираем, да? Вот эти теоретические рассуждения мы сейчас заканчиваем, да? И мне остается сейчас что? Ну, показать какой-то... Нет, теоретические вот такие совсем абстрактные. Мне нужно еще будет сейчас пообщаться с вами, но уже, ну, как сказать, более практическую такую вот, не теоретическую, короче, без сказок. Прям прагматическое применение. А какая же задачка из школьного уровня задачек? Есть на самом деле под стек очень много очень сложных алгоритмов. Один из них называется сортировочная станция Дейкстры и является частью организации самих компиляторов и интерпретаторов. Сортировочная станция Дейкстры нужна для разбора так называемых инфиксных выражений. Снимите эту лапшу с ушей, это вам не надо на ваш школьный уровень. Есть так называемая обратная польская нотация. Это алгоритм попроще. Он нужен для вычисления... выражений, записанных в постфиксной форме. Тоже снимите эту лапшу с ушей. Это немножко не ваш уровень. Ну, не восьмой класс уж точно. Не восьмой, не девятый. Это уровень уже скорее вуза первого курса, может быть, второго, а то может быть даже и третьего. Ну, как минимум не это. Я прочитал про обратную польскую нотацию на первом курсе в какой-то книжке. Нам ее не рассказывали на информатике. Ну, и потому что я физик. Но у нас была хорошая информатика, но все-таки вот ну, как бы для физиков, не для программистов. Вот. И я, прочитав про нее в книжке, просто вот у меня... Вау! Потому что я в течение 10-11 класса, когда я самостоятельно учился программировать, ну, у нас был учитель информатики, мы там циклы, все делали там, ну, наверное, как вот у вас учат, хорошо, хороший был уровень. Но все-таки я вдруг офигел, что так, ну, прям вот удивился. Что ура, вот это да, неужели можно произвольное арифметическое выражение, да, в специфической форме записанное, разобрать и вычислять, это ж можно калькулятор просто. Прям я очень сильно удивился и обрадовался этому. Но реализовал я ее не сразу. Потом уже, когда я стал преподавателем, в какой-то момент мне понадобилось ее рассказывать, и я реализовал ее своими руками. Вот. Но еще раз, это все сложно, а давайте попробуем какой-то интересный, простой, ясный пример, когда стек... Вот эта очередь last in, first out является неизбежным. Реально неизбежным. Итак, мы с вами сейчас разговариваем про задачу,
проверки корректности. Задача проверки корректности. Скобочных выражений. Эта задачка хорошо описана в одном учебнике, который выпустила наша кафедра информатики для своих же студентов. Ну, я думаю, мало смысла, я сейчас буду искать его на полке, чтобы вам махнуть, потому что вы его все равно нигде не найдете и не купите. Он есть в библиотеке МФТИ, он издан, но малым тиражом. Это не важно. Я вам расскажу, я думаю, достаточно понятно. Ну, я познакомился с вот этим изложением именно там. Учебник Артема Ворожцова и Константина Виноградова, я не помню точно. Нет, простите, не помню второго автора. Ворожцов и... Простите, вылетело. Да пусть простит меня этот автор. Итак, смотрите, давайте вначале разберемся, что такое скобочные выражения. Представьте себе, что вы записываете некоторое выражение. 2 плюс 3 умножить на 7 минус 4 разделить на 6 минус 2, скобка закрывается, плюс 8, скобка закрывается, плюс, или давайте лучше, минус 7 минус 3, скобка закрывается. А теперь представим себе, что я в этом выражении взял и стер все числа. Вот прям стер все числа. Забыли про числа, чисел как бы не существует. И запишем эти скобочки поближе друг к другу. И раз, ой, простите, и раз, и два, и раз. И два, и раз, и два. Это скобочное выражение. Ну, я могу его взять в кавычки, как некую строку. Ну, слушайте, я... Хотя, ладно, пускай побудет в кавычках. Фишка в том, что скобочные выражения могут быть корректными, а могут быть некорректными. Давайте посмотрим на это. Давайте посмотрим на них. Итак, значит, смотрите. Вариант вот какой. Пустое выражение, в котором вообще нет скобок. Давайте договоримся. Ну, это может возникнуть такая ситуация. 2 плюс 2 умножить на 3. Я беру и соединяю все скобки, которые тут есть. А их тут нет. Ну, это выражение скобочное. Ну, в принципе, да. Ну, то есть, если выкинуть все цифры и операторы, то получится пустое скобочное выражение, которое вот здесь написал. Так вот, оно является корректным. Корректно. Да? Корректное. Окей. А теперь давайте договоримся так. Любое корректное скобочное выражение можно записать рядом с другим корректным выражением. И результирующее скобочное выражение, да, а, ну, c равное AB, именно конкатенированное, просто соединенное друг с другом, как мы строки склеиваем, да, друг с другом, да, вот в этом смысле, да, приклеено, не плюс, а вот так вот, да. Оно тоже корректное. Ну, оно корректное, если А и Б корректные, да. Что имею в виду? А, да, ладно, сейчас, одну секундочку. Короче, скобочные выражения можно приклеивать друг к другу вот так вот, и они остаются при этом корректными. И второе. Если я беру какое-то скобочное выражение в скобки, то оно от этого тоже не перестает быть корректным, да? Ну, давайте так, я лучше вот такую скобочку напишу фигурно и скажу, тоже корректные, да? Если А, Б, С являются корректными, то взять в скобки или прицепить два друг друга, то получается это корректное выражение. Давайте попробуем начать с единственного корректного выражения, которое у нас есть. Пустые эти самые. Ну, если я два пустых приклею, ничего хорошего не получится, оно останется просто пустым выражением, правда? А вот если я позволю себе его взять в скобки, то тогда у меня пустое выражение с нуля символами будет взято в скобки. Таким образом, я вычислил, ну, разобрался, что вот это тоже корректное скобочное выражение. Правда? Теперь давайте уже такие не нулевые скобочные выражения прицепим одно к другому. Оп! О, еще одно новое скобочное выражение, которое является корректным, да? А давайте попробуем простейшее скобочное выражение взять в скобки. Оно тоже является корректным. Логично, да?
Ну, естественно, что я могу взять его в скобки еще раз, да? Ну, и еще раз, если надо, да, пожалуйста, пожалуйста, не вопрос. Но фишка в том, что я могу, например, прицепить теперь какие-нибудь не совсем тривиальные скобочные выражения вместе, да, сделать их конкатенацию, и получится, что раз, два, три, раз, два, три, раз, два, раз, два. Да? И очевидно, такое скобочное выражение по правилам их конструирования, а у меня всего два правила конструирования и одно исходное пустое. Да? Ну вот, оно, очевидно, исходя из этих правил конструирования, оно тоже корректно. Надо сказать, что то, что я сейчас делаю, довольно интересно уже само по себе. Потому что, по сути, я создаю такой очень-очень примитивный язык. Ну, в нем нет смысла, в нем нет семантики. Потому что это ничем не наполнено смысловым, да? Но в нем есть так называемый синтаксис, или можно сказать грамматика. Ну, потому что синтаксис, он предполагает какие-то условно предложения, а мой язык, символьный язык вот этих вот выражений, он скорее на уровне там, ну, грамматического конструирования некоего слова. Слово из символ, двух символов, левая, правая скобки. Согласны? Так вот. Этот язык примитивный, да, он, получается, содержит бесконечное, конечно, к сожалению. Ну, ладно, к сожалению. Ну, мы все равно не будем уходить в эту бесконечность. Я не буду интересоваться бесконечно длинными выражениями, состоящими из скобок, да, то есть их длина будет ограничена, ну, некой предельной длиной. Ну, условно, там, 1000 скобок. Ну, 1000, 2000 символов, 10 тысяч, миллион. Ну, все равно, конечное число, я не буду уходить в бесконечность и забуду о ней. Вот. Но я что хочу вам сказать. Вопрос вот какой. Как сконструировать корректное выражение? А, да, такое выражение можно дополнительно потом взять, обнять скобками. Я сейчас специально немножко разделю их цветами, чтобы легче воспринималось. Ну, то есть правые эти желтеньким я выделю, эти оранжевеньким, а те, которые обнимают снаружи, вот этим вот синеньким. К этому делу можно еще прилепить, например, каких-нибудь вот тут вот зелененьких, на все это взять в красненькие, и все эти цвета только ради того, чтобы вам было заметней и понятней, да, где какая скобка является кому парной. Какая скобка с какой скобкой является парой. Понятно, да? Давайте я произнесу словами, которые были только что, про зайцев и этих самых велосипедов, да? На каком транспортном средстве поедет заяц? Ну, какое животное, да? Или так, если бы это были юноши и девушки, которые женятся, да, то у них на самом деле, у каждой скобки есть именно ее пара. Понимаете? Ну, математически. То есть, по-честному, я тут это все желтым нарисовал, а на самом деле, наверное, надо было каждой паре скобок выдать свой цвет. Так вот, вопрос вот какой. Да? Первое. Можем ли мы, не конструируя, а уже имея некое выражение, причем скобки не раскрашены, а просто даны нам as is, то есть просто строка, в которой скобки напиханы, вот так вот, да, сказать про вот это вот выражение, а оно, собственно, корректное или нет? Ну, давайте я добавлю вот эти обнимающие скобочки, да, сотру сейчас эти кавычки, да, и никакие скобки я, ну, да, я сделал случайно, их слишком ярко нарисовал, на самом деле они все абсолютно выглядят одинаково, никак не выделены, да. Ну, если это выражение еще очевидно, я могу вам добавить немножко еще для усложнения вашей жизни еще немножко. И спросить, корректно это скобочное выражение или нет. Ну так, чтобы у вас уже в глазах рябить от скобок начало. Я надеюсь, начало рябить, и мы можем осознать, что задача, ну, представьте себе, что это олимпиадная задачка на олимпиаде условно регионального уровня. Ну, повыше чуть-чуть повыше, чем муниципальный. Так вот. What's the question? Корректно или некорректно? Ну, есть какая-то строка, в которую вот эта вся фигня присвоена. Мы можем из этой строки брать символы. А, давайте еще одно ограничение. Строка настолько длинная, что памяти, выделенной под ваш учебный процесс, может не хватить.
Может, хватит, может, нет. Гарантий нет. Ну, ладно, даже, допустим, хватит. Но чем это вам поможет? Но ответить надо, да или нет? Это корректное скобочное выражение или некорректное? Смотрите. Давайте сделаем график. График. Я этот график сейчас сделаю прямо, вот, что называется, над вот этими скобками. Вот ось иксов. Давайте лучше не ось не иксов, а ось и. Ось ай. И вторая ось, это ось... ось N. N. Ось N. Поясняю. I от слова индекс символов строки. Ну, единственное, что я хотел бы, чтобы нулевой условный у меня означал, что я даже не начал рассматривать. Ну, или номер как бы символа в строке. Не совсем, ну, потому что S, I, T, это будет именно вот сразу вот эта скобочка, да? Но сейчас вот я просто как бы нулевое состояние, когда мы даже не начали рассматривать скобочную структуру. Так вот, в состоянии, когда ни одна скобка не прочитана, вот это N будет у меня количество... Количество левых, давайте так, количество левых скобок открытых в данный момент. Дело в том, что левые скобки, они открывают какое-то вложенное скобочное выражение, да? А правые скобки, они его закрывают. И тем самым, да, то, что у меня закрыто, оно, в принципе, может быть, ну, условно, выброшено как, ну, как бы, оно, если оно корректное, то все нормально, да, но, по крайней мере, эта часть выражения корректна. Слово «количество» не прописалось красиво, давайте пропишем его на мокрое. Количество. Левые скобки – это животные. Правые скобки – это транспортные средства. Ну, это на языке той сказочки, которую я рассказывал сейчас до того. Да. Так вот, смотрите. Начальное состояние количества открытых скобок равно нулю. А давайте я сделаю тут уровни, да? 0, 1, 2, 3... 4, ну, я сделаю на всякий случай 5, хотя, если честно, я не уверен, что я этого достигну. Выше мне точно уже не понадобится. Итак, короче, вот эта скобочка, да? Вот я ее сейчас анализирую и считываю. Что происходит у меня? Левая скобка появилась, значит, количество открытых левых скобок выросло. У меня n, на самом деле, это просто может быть переменная счетчик. N плюс равно 1. Пришла левая скобка. Оп! Следующая, да, скобка левая пришла, да? Значит, что у меня? Количество открытых скобок выросло еще. Но они у меня плотненько идут. Я как писал, так писал, поэтому у меня будет довольно такой резкий график. Ну, что делать? Еще одна левая скобка, да? Так, на что это в результате влияет? Я не буду сюда рисовать, да? Количество левых скобок еще выросло. Согласен? Оп, еще одна левая скобка. Количество открытых на данный момент левых скобок вырастает еще. И тут я вижу, пришла закрывающая скобка. Значит, количество левых скобок, открытых в данный момент, понижается. Опа! Да? И вот в этот момент, я чуть-чуть не доехал, да, вот так, оп, понизилось. Поняли, да? Двигаемся дальше. Следующая. Оп. Ой, на два, да? Два. Оп. Одна. И в этот момент внезапно... Нет, до нуля она почему-то не дошла, но это не страшно. И внезапно следующая открытая скобка приходит. Да? Приходится поднять количество открытых скобок снова до двух. Следующая еще поднимет нам, да, вот она, вот где-то здесь, да? До трех открытых в данный момент скобок. Понятно, да? Потом закроется скобочка. Закрывается, да? Ну, слушайте, мне проще на самом деле этот самый, так линиями проводить.
а то я чуть-чуть уезжаю. Чтобы... Мне нужны эти линии, на самом деле. Да, так, оп, а то я чуть-чуть могу уехать. Короче, следующая, да, закрывающая, значит, понижаемся на уровень единички. Да, эти уровни, кстати, тоже, наверное, мне имеет смысл как-то вот отчертить, чтобы попадать в это условную сетку. Опа! Еще закрывающаяся. Внимание, мы упали до нуля. Но это ничего страшного. Нулевое количество открытых скобок является вполне допустимым. Да? Дальше. Что происходит? Снова скобка, смотрите, открылась. Значит, количество скобок левых открытых выросло. Еще открылось. Закрылось. Да, открылось. Вот она открылась. Ну, плотновато записано. Дайте чуть-чуть по... пореже напишу. Открылась. Закрылась. Закрылась и закрылась. Друзья, давайте осознаем. Если какое-то животное не смогло улететь или уехать на своем транспортном средстве, и в итоге, когда строка закончилась, а у меня, что называется, количество стоящих на данный момент на остановке животных равно 1, что это значит? Нехорошо. Скобочное выражение некорректно. Согласны? То есть, давайте разбираться, да? Запишем. Некорректно. Первая причина – это если в конце, да, в конце у нас, собственно, ну, как бы n не равно нулю, да, в конце n не равно нулю. Согласны? Так, давайте рассматривать другую историю. А может ли быть такая интересная ситуация, что в конце у меня n равно нулю, да, то есть мы вот понизились до нуля, но выражение все равно некорректно? Кажется, что странно, но подождите, как? Все животные уехали. Ага! Вы забыли об одном. Транспортные средства не ждут никого на остановке. Они сразу улетают, если никого нету, да? Ну, а лучше даже сказать так. Если вдруг транспортное средство прилетело, а там никого нет, то это вот такая ситуация. Посмотрите. Пришло первое животное, прилетело транспортное средство, а потом еще прилетело транспортное средство. Или приехало. А потом пришло животное. Ну или даже проще. Вот можно так сказать, что вот это ок, да? А вот это, скобочное выражение, не ок, да? Оно фейл. Ну, я так напишу коротко, да? Понятно? Ну или корректное. All correct. Да, а это wrong. Can you see it? Ясненько вам? Итак, что мы видим, да? То есть оно некорректно в том случае, если у нас в процессе, собственно, ну, этот график можно увидеть, да? Давайте покажу этот график. График этот, он будет маленький, да? У меня в начале от нуля мы понизились в минус 1, а потом вернулись в 0. На самом деле, оно может быть посложнее и не настолько тривиально. Ну, вы скажете, ну, давайте любые выражения, которые начинаются с закрывающейся скобки, считать некорректными. А, пожалуйста, контрпример. Скобка раз, два, раз, два, раз. Да? И в результате мы начинаем с того, что мы с нуля уходим вверх, но потом мы понижаемся ниже уровня горизонта. И да, в конце мы возвращаемся в ноль. Ну что? Ну вот это явно это некорректная ситуация, да? То есть вот она ситуация. Если счетчик n, да, если n меньше нуля,
Да? В любой момент. Ну, то есть в середине вычислений, в середине анализа скобочной последовательности мы тоже должны забить тревогу. И более того, на самом деле, вот в этот момент, когда мы обнаружили, что прилетело транспортное средство, а животное не ждет на остановке, да, то оно просто, что называется, улетает, но это уже ненормальная ситуация. На самом деле мы можем дальше не заниматься анализом этого выражения. Скобочное выражение уже некорректно. Посмотрите, это немножко близко к компиляторам. Компилятор, анализируя исходный текст, да, в какой-то момент встречает синтаксическую ошибку и орет вам громким голосом, да, invalid syntax, invalid, правильный, да, invalid syntax. Согласны? Правда? То есть наш примитивный язык, да, у нас примитивный анализатор, который реально ничего не делает. Но это не язык программирования, это просто язык неких конструкций, которые мы создали, объявили некие корректными. Да, сейчас вычисляем, что значит оно некорректное. Ясно? А давайте разберемся, какие условия должны быть соблюдены, чтобы оно было корректным. Ну, можно по принципу отрицания пойти, да? То есть давайте, ну, тем, именно давайте условно, из принципа отрицания, но обратите внимание, это не определение корректности, как я уже его дал. Любое выражение, которое можно построить из исходных, ну, можно построить очень тяжело, это, ну, вы же не будете строить всевозможные скобочные выражения и сверяться, вот мое, а вот одно из того множества. Это неудобно. Да, поэтому давайте, как сказать, запишем, что же такое корректно именно в этой методике проверки. Да? Корректно, если что. Ну, если у меня, соответственно, во-первых, да, первое. Ну, давайте начнем именно с того, что происходит в процессе. Да? Если у меня n больше либо равно нуля, да, в любой момент. В любой момент анализа. Момент анализа. Согласны? Второе. Когда n равно нулю, да? N равно нулю в конце. Если хоть одно из этого не верно, высказывание, мое выражение, скобочное выражение, является некорректным. Друзья, это дело можно было бы сесть и запрограммировать, если бы это не было так просто и примитивно. Но все-таки, поверьте мне, сейчас фишка в том, что я могу это запрограммировать на вот этом маленьком участке доски. И правильный, внимательный ученик среди вас должен сейчас возмущенно говорить: Тимофей Федорович, а где тут стек? Вы обещали стек, тут нет стека. N это просто переменная. Да, это просто переменная. Но дайте мне пару минут, я сейчас в начале запрограммирую вам вот этот вот вариант, да, он будет несколько, как вам сказать, да, не совсем, что называется, полноценный, а потом я сделаю такое вот с этим скобочным выражением, которое вы тут видите, я с ним сейчас сделаю маленький апгрейд, и методика, которая только что была рассказана, перестанет работать, понимаете, и алгоритм, который будет написан, перестанет работать. И нам понадобится для того, чтобы модернизировать и суметь победить и организовать проверку корректности скобочного выражения, понадобится использовать стек. И вы почувствуете, насколько... То есть, поймите, даже для школьного уровня сложно найти очень простую задачу, в которой понадобится стек. На школьном уровне. Но я хочу вам рассказать это, чтобы вы были знакомы, и чтобы это не было абстрактным разговором, мне нужно сформулировать конкретную задачу, которую может иметь вот алгоритм, да, и этот алгоритм вы вот, что называется, реализуете, да, и мы его увидим своими руками, он не настолько сложен. Давайте, собственно, и без стека самое главное, вот без стека не получится. Но сейчас пока что делаем
Пока что все получится. Без стека, тупо переменная n. Поехали. Я сейчас... Слушайте, наверное, все-таки давайте на этом... В кодблок с исходным текстом. Давайте сделаем файло. Сохраним его как CPP-шку. Значит, мы где живем сейчас? Наш lesson сейчас, если не ошибаюсь, 12-й должен быть. Прощение. Shift нажался. Поехали. Значит, и делаем это braces. Braces1.cpp. Так, все, шаблончик набил, поехали. Итак, давайте возьмем скобочное выражение. Ну, чтобы скобочное выражение хранить, мне понадобятся строки, поэтому я подинклюдим string, да, и я сделаю, соответственно, string, это std-string, но я не буду писать std, потому что у меня уже написан using. Итак, я делаю строку, собственно, на s, в которой будет, ну, некое выражение. Слушайте, ну, я на самом деле могу его взять с потока ввода, да, а именно cin... С, все. Ну, давайте там сяут сделаем. Видите, enter. Ну, я не буду по-английски, надо по-английски писать, потому что по-русски будет шрифт у меня сейчас из-за кодировок ползти. Enter braces sequence. Скобочную последовательность. Да, я вот по-английски это будет. Введите скобочную последовательность. Считываем. Считываем, соответственно, строку, в которой я надеюсь только фигурные, только круглые скобки. Да, я в это искренне верю. Да, в данный момент, да, я должен быть уверен. Я очень надеюсь, что в строке S только скобки круглые. Ну, мне, пожалуй, чуть-чуть я перегнул с размером шрифта, уменьшим. Окей? Ладно. Значит, что я теперь делаю? Смотрите. Я хочу завести переменную n, которая в начале до анализа равна нулю. Да? Простите, пожалуйста. До анализа равна нулю. Теперь я запускаю последовательно анализ этих символов. Я надеюсь, что строки являются итерируемыми объектами, и тогда я смогу воспользоваться вот такой штукой, как списочный цикл for. Если вы любите Python, то вы сейчас порадуетесь. Я почему-то захотел его сейчас использовать. Для символа for c. Ну, C, ну, я не буду писать char. Впрочем, я могу использовать слово symbol. Для символа двоеточие S. Да, ну, это как бы for symbol in S. А здесь будет тело моего цикла. Ну, давайте для начала сейчас проверим, что это дело работает. Я уж настолько сейчас на Python переключился, что я забыл, что нельзя писать print. Ладно, короче, давайте выведем эти символы через запятую и с пробелом. Или просто через пробел. Просто чтобы увидеть, вот я ввел некую строку, и дальше она выплюнулась мне через пробел. Я сейчас просто проверю сам себя, что у меня моя программа запускается и работает. Ну, чтобы заготовка сейчас была. Потому что сейчас я буду наполнять это дело смыслом. Ой, не работает. Ну, пожалуй, я помню. Тут нужно указать, это все-таки C++, а не Python. Мне нужно указать тип символа. Ну, я верю, что это char. Но символ должен быть типом char. Пожалуй, вот так оно заработает. Ну, давай, дорогой. Ах, ты ж елки-палки. Что тебе не нравится, негодник такой? Cin. А, я же его сяутить должен. Спасибо, компилятор. Большое. Моя программка в примитивном вот этом варианте заработала. Давайте введем некую На самом деле, сейчас можно ввести любое слово. Например, hello. Та-дам!
Короче, самое главное, обратите внимание, что вот такой цикл фор работает. На самом деле, в таких случаях допустимо использовать ауто. Это слово ауто очень прикольное. Оно позволяет автоматически догадаться о типе. То есть у меня вот здесь, вот как видите, нолик, да? И переменной n я не имею возможности в C++ написать n равно нулю, правда? Ну, потому что он скажет, я не знаю, кто такой n, извини, такой переменной не существует, name error. Ну, там как по-другому будет написано. Но суть в том, что действительно ошибка самого имени, да? Но в современном C++ я могу сказать, ну, ты дорогой, ты же компилятор, ты же не дурень. Ну, вот я если бы просто auto n, то он бы не мог догадаться. Он говорит, я не могу вывести какого типа n. А тут я говорю, ну, дорогой, смотри, я туда кладу целое число. Ну, догадайся, какого типа должно быть n, правда? Согласны? Ну, и в тех случаях, когда я сразу могу сказать, какого типа n, тогда пожалуйста. А здесь в каком-то смысле я могу сказать, ну, слушай, ты автоматически догадайся, вот там у тебя итерируемый объект, а итерируемый объект, это из которого можно элементы брать по элементу, ну, по символу, например, да? И вот я собираюсь из этой строки сейчас эти скобочки выдергивать по одной, дерг, и вот этот цикл for специфический, да, он работает с такими структурами, он это умеет, но только в C++, начиная с 2011 года. Я у себя в настройках settings код блокса сказал компайлер, я залез и сказал это в свое время на нашем первом или втором занятии, сказал, дорогой, я вообще-то люблю C++ самых последних версий. У меня не самый суперский последний компилятор, это GNU GCC какой-то там модели, но он уж по крайней мере стандарт C++ 2017 года он поддерживает. Ну, слушайте, я галочку поставил, дорогой, давай-ка, 17-й год, пожалуйста, я же все-таки не в прошлом веке живу, зачем мне C++ 99 года? Вы еще не родились тогда. Ладно, давайте двинемся сейчас к этому делу, да, давайте быстренько заходим, чтобы оно заработало. Короче, я получил символ, но я на самом деле не собираюсь его выводить на экран. Да, это скорее такая некая отладочная штука, ну я даже могу так с error, да, на поток ошибок. Впрочем, я это дело вообще даже закомментирую, потому что это отладка. А теперь смотрите, я, собственно, хочу сказать, если у меня этот символ является символом, я здесь хочу сравнивать именно не как строки, а как символы, да, символом открывающейся скобки. В этом случае что я должен сделать? Я собираюсь сейчас прибавить, ну, я, слушайте, я все-таки фигурные скобки-то открою. Я собираюсь переменную n, да, что сделать? Увеличить на единичку. Левая скобка открытая приехала. Надо засчитать ее, да, как открытую скобку очередную. А иначе, если символ, это у меня закрывающаяся скобка, тогда что? Ну, тогда мне нужно, собственно, что сделать? А теперь внимание, стоп. Я обещал, при проверке скобочной последовательности, я обещал такую интересную фишку. Я говорил, что если вдруг внезапно мы вот здесь вот при понижении уйдем ниже нуля, надо бить тревогу, да? И тут я говорю, друзья, да, конечно же, сейчас я n понижу, да, на единичку. Но! Если вдруг он у меня стал меньше нуля вдруг, то в этом случае мне нужно мой цикл for вот этот вот просто внезапно говорит, прерывать, говорит, ребятушки, стоп, инвалид синтакс, да, это скобочное выражение некорректно, мы встретили вот эту самую ситуацию, да, до свидос. Что я делаю? Я беру вот здесь вот и говорю break. Я даже не буду фигурные скобки делать, это потому что одна инструкция, да? Это я бью тревогу. Да, закрывающая скобка, да, ну, скажем так, открывающих недостаточно. Мало открывающих, не хватило открывающих, да? Да? Ну, или давайте так, лучше напишу коротко, да, лишняя закрывающая скобка. Понятно? Ладно. Если этого не случилось, то все норм. У меня n просто понизилось на единичку. И вот так я делаю, до каких пор?
Я так делаю до тех пор, пока не закончится, собственно, ну, собственно, цикл. Не закончится, собственно, строка, ну, либо не произойдет вот эта тревога, да? Либо мы нормально закончим, либо мы закончим ненормально. Теперь смотрите, я должен проанализировать результат. А результат в чем состоит? В том, что если у меня n равно нулю, а если у меня была тревога, то n не равно нулю, а меньше нуля. Если же у меня n больше нуля, значит, у меня левых скобок слишком много. Не хватило транспортных средств, чтобы все звери уехали. Не хватило правых скобок закрыть все левые. Да? Итак, если n равно нулю, тогда я говорю, ребята, все норм. Мое скобочное выражение ша, да, и мое скобочное выражение сяут, оно корректное, да? It's correct. Ну и напишу восклицательный знак и касая перевод строки. Та-дам! It's correct. А иначе... Shout. А, что я скажу? Shout. It's wrong. It's wrong. Ну и давайте тройной восклицательный знак, да? Ну, я сейчас не буду делать синтаксический анализатор, который будет говорить, когда именно это случилось. Просто, ну, оно неправильно. Все, у меня бинарный ответ. Видите, да? Все очень просто. А теперь давайте чуть-чуть я приподнимусь. На самом деле, в принципе, можно было не приподниматься, потому что содержательная часть этого анализа, она полностью сейчас помещается как раз на экране. А, ну, если полностью программу, то будет уже мелковато и лишняя в каком-то смысле техническая информация. Давайте я верну только вот содержательную часть, да? И сейчас я... Так, содержательная часть, вернись. Ну, ладно, вот так вот я немножко это дело заберу. Так, и ты дам return 0, не надо. Вот содержательная часть. И запустим, собственно, интерпретацию. Поехали. Мне компиляция F9, компилируем программный код. У меня, как это ни странно, все сразу скомпилировалось. Да, давайте я чуть-чуть это дело увеличу. Отладочная печать у меня сейчас выключена, как вы помните, да? Давайте сейчас я напишу какое-нибудь скобочное выражение. Ну, например, раз-два, раз-два, ну и еще давайте раз-два. Оу, it's correct. Давайте проверим. Давайте еще погоним что-нибудь, да? Ну-ка. Давайте попробуем вот такое скобочное выражение. Или давайте вот то самое, более сложное, которое я вам показывал, да, в котором раз, раз-два, да, раз-два, раз. Ну, сейчас я секундочку его уменьшу немножко, чтобы вам было видно. Вот оно, да? Скобок-то здесь правильное количество левых и правых одинаковое, да? Но закрывающие, они, как сказать, предшествуют. Oh, it's wrong. Мы обнаружили этот факт. Запускаем последний раз. Давайте у меня сейчас будет выражение, в котором не хватит левых скобок для закрытия всех правых. Раз, два, три, раз, два. Ну, я могу тут на самом деле побаловаться, там еще открыть, закрыть, но не суть важно. Вот если бы я сейчас дополнительно закрыл, то все было бы норм. Но я не закрою. It's wrong. Как видите, он это дело засек. Понятно? И вот тут опять же настает момент, когда вы должны мне сказать, Тимофей Федорович, но где же тут, собственно, стек? Причем тут стек? И я вам скажу, друзья мои, в чистой вот этой задачке он действительно не нужен. Вот в чистой задачке на круглой скобочке. Внимание! Вы, ребята, герои, я вам скажу. Вы герои, потому что я вам рассказываю довольно сложную тему. На уровне студенческом, да, я вам рассказываю ее достаточно подробно, медленно, спокойно, но все-таки сложную. А теперь внимание, смотрите. Я говорю, мое скобочное выражение состоит не из вот таких вот скобок, нет. В нем скобки, друзья мои, вот такие. Что, можно погромче? О, наконец-то у меня микрофон заработал. О, очень хорошо. Раз, два, три.
4-5. Нет, у меня микрофон заработал. Я услышал тебя. У тебя вопрос, Иван? Да, у меня все, я с самого начала считаю за вопрос, там насчет пуш-поп в учили S. Пуш-поп можно делать только сначала с конца или можно индексировать удаление? Пуш-поп для стека всегда в конец и из конца. Ну, условно, это вопрос, начало это или конец очереди, но считайте, что это конец. Понятно? А у обычной очереди пуш и поп это всегда... Соответственно, в конец пуш, а поп – это всегда сначала. Как организовать очередь – это отдельный вопрос, давайте сейчас не будем об этом говорить. Бывает специфическая двойная очередь, она называется вот так, она называется дек. Дек, ну как бы от Q и дабл. Double-ended queue. Двойноконечная очередь. В такой очереди есть два разных пуша и два разных попа. Пуш фронт, пуш бэк. Поп фронт, поп бэк. Понятно? Это у дека. Но мы дек не рассматриваем. И он обычно, он все-таки не нужен. Вам обычно все-таки нужна уж либо очередь или либо стек. И вот я пытаюсь объяснить, потому что, ну, очередь, она в этом смысле, бывают задачки на очередь, и мы уже делали задачки на очередь и на циклическую очередь, я вам уже показывал это, помните, ЕГЭшная задачка с отложенными вычислениями, когда нужно, ну, и, там, не знаю, какое-то число, но эти пары, количество пар чисел, которые, но при этом эти числа должны находиться на расстоянии не менее чем 5, и нам нужна была очередь для отстойника на 5 чисел, чтобы потом их включать. Ну, это было сложно, это было несколько уже в прошлом году календарном. Но очередь, я вам показывал, что очередь может быть применена на практике. А вот стек не показывал. Вопрос исчерпан, Иван? Окей. Жалко, что микрофон слабовато работает по сравнению с другими. Итак, давайте еще раз. Я озвучу, вот я сейчас озвучиваю, вот в этой задаче стек не нужен. А сейчас я озвучу усложненную задачу, в которой стек неизбежен. И я объясню почему. Итак, мое скобочное выражение выглядит следующим образом. Круглая скобка. Так, мне нужен второй мел. Квадратная скобка. Круглая скобка. Квадратная скобка. Я обойдусь двумя видами скобок. А круглая скобка, закрывающая. Квадратная скобка, закрывающая. Круглая скобка, закрывающая. Круглая, открывающая. Это круглая, открывающая. Квадратная, закрывающая. Ой, прошу прощения, надо было круглую синим сделать. Квадратная, закрывающая. Квадратная, закрывающая. Квадратная, закрывающая. Квадратная, открывающая. Круглая, открывающая. Или давайте, да. Ладно, круглая, открывающая. Круглая, закрывающая. Круглая, открывающая. Круглая, открывающая. Квадратная, закрывающая. Круглая, закрывающая, круглая, закрывающая. Я побаловался, и здесь сейчас, возможно, общее количество скобок тут не совсем корректно. Может быть, я должен где-то заменить какую-нибудь скобочку на круглую, например. А теперь смотрите, фишка в чем. Первое, ну, надо проверить это выражение на корректность. Корректное оно или некорректное? Друзья, я сейчас сконструировал такую прикольную фигню. Вы скажете, ну давайте анализировать круглые и квадратные скобки вместе. Ну тогда, скажу я вам, вот это скобочное выражение является корректным. Но тогда возникает вопрос, подождите, что это за фигня? У меня, получается, два вида транспортных средств и два вида животных. Ну, лучше бы это было, если бы вы все-таки занимались спариваниями. Ну, в смысле, спаривали, соединяли в пары. В этом смысле, да? Каких-нибудь там животных одного вида и животных другого вида. Собак и кошек, да? Собаки с кошками нельзя, соответственно, соединять, да?
И мы должны только там собаку мужского рода с собакой женского, кошку женского с кошкой мужского, да? Причем там условно, не знаю, женского приходит вначале, мужского всегда потом. Вот в этом порядке. Да? И у меня возникает интересный момент. Кошка, что называется, с собакой спаривается, простите. Понятно? В математическом смысле. Так вот фишка еще раз в чем? Что это скобочное выражение с точки зрения вот этого вот анализа, оно некорректно. Но если я сейчас перейду в мою программу, вот сюда вот, и скажу, ну давайте просто сделаем так, если символ равен круглой открывающейся, да, или круглой закрывающейся, или квадратной закрывающейся, да, вот так вот, квадратный, прошу прощения, открывающийся, да, сейчас я чуть-чуть сделаю помельче, да, вот сюда вставлю, Иван, если можно, я не могу так работать, потому что я сейчас еще это самое. А, просто хотел задать вопрос. Задавай сразу, потому что я слышу фон, и он мне мешает. А, да, нет, мне просто казалось, что у меня еще и громкость микрофона маленькая. В общем, а почему тогда просто не проверять? Мы, у нас попалось, к примеру, левое закрывающее, но просто проверить следующий символ, если он является квадратный, то все, уже ломаем. Ну, то есть... Ну, дорогой Иван, посмотри, пожалуйста, на... легко дать контрпример твоему предложению. Ну, дай я договорю вот это вот, как сказать, что вот это не работает, да, чтобы вы поняли, я допишу все-таки. Очень хочется иметь законченный программный код, в котором будет ясно, что какая-то идея, она дурацкая и не работает. Да, то есть считать эти скобки совместно – это глупость. Это понятно? Окей. Значит, совместно считать это глупость. Так не надо. Дальше. Да, вторая идея. Ты предлагаешь отказаться от вот этого подсчета и говоришь, ну просто давай смотреть на соседние символы. Да, на два соседних символа. Давай посмотрим. Я имею в виду. Я тебя очень прошу, если я говорю, дожидайся конца моей фразы и тишины, я же с тобой разговариваю. Понимаешь? Это плохо будет выглядеть в записи, и мне очень тяжело воспринимать то, что ты говоришь, потому что я слышу себя громко, а тебя еще и не очень громко. Дожидайся конца моей фразы, я рублю свои фразы на предложение. Итак, внимание, смотри контрпример на то, что ты предложил. Открывается скобка. Открывается скобка. Открывается скобка. Закрывается скобка. Закрывается скобка. А дальше, это самое, сейчас, секундочку, открывается скобка, открывается скобка, закрывается скобка, закрывается скобка, закрывается скобка. Покажи мне, пожалуйста, место, где открывающаяся, закрывающаяся фигурно, круглая и квадратная находятся рядом. Ну ты же понимаешь, что у тебя, по сути, вот эта собака спарилась с вот этой кошкой. Нет, это была у меня, имеется в виду, вторая часть проверки. Первая является, вот как бы, самый, ну, код, который вы уже напечатали, который вы уже напечатали. Ну, а ну пожалуйста, часть... я прям это, вернусь к нему и покажу его, давай, вот он. Вот, а потом еще и в конце, еще раз вставляем проверку уже на соседние символы или то, что где рядом не стоят. Вот, ну... Ваня, я, знаешь, чему я очень рад? Потому что ты думаешь головой, рассуждаешь и пытаешься придумать решение. И мне не хочется, ты совершенно не по-глупому себя ведешь и действительно пытаешься спасти программный код, как он есть. Ты пытаешься найти решение, в котором не будет стека. То есть ты пытаешься остаться в рамках имеющихся технических средств. Понимаешь? То есть, как я не знаю, твоя задача, я тебе говорю, ну, нужно соединить две железяки. И ты говоришь, а может, гвоздями? Только что мы деревяшки нормально сколачивали, все, не работает. А может, на клей посадить? Не работает, не выдерживает усилия. Я тебе говорю, товарищ, ты знаешь, вообще-то тут сварка понадобится, варить надо. А ты говоришь, ну, давай спасем все-таки, ну, может быть, а может, шурупами? А может, большой молот взять? А может, на клей и шурупом? Понимаешь, да? А еще скотчем обмотать.
Ну, то есть ты пытаешься имевшимися ранее техническими средствами, а именно просто переменными, просто сравнением по пардам, просто подсчет. Смотри, я предложу сейчас второе решение. Ну, у нас эта строка, она есть. Да? То есть она сохранена. Мы можем пробежаться по ней дважды. Давай попробуем двухпроходный алгоритм реализовать. Давай два прохода сделаем. Да? За первый проход я буду подсчитывать только левые скобки. Строим график левых скобок открытых. Поехали. Левая открылась. Так, эту игнорируем. Левая открылась. Левая закрылась. Левая закрылась. До нуля все норм. Продолжаем. Никаких некорректных. Левая открылась. Левая открылась. Левая закрылась. Левая, ну, эту игнорируем, а левая закрылась. То есть, исходя из левых скобок, да, которые состоят в моем выражении, оно выглядит вот так, и оно корректное. Согласен? Давай проанализируем с точки зрения правых скобок. Ну, тут же еще все проще, да? Я прошу прощения, я, кажется, да, все норм. С точки зрения правых скобок, мое выражение выглядит вот так, оно тоже корректное. Таким образом, да, а еще пойми, то есть вот эта фишка, что эта скобка окажется, вот эта скобка окажется неподходящей вот этой, мы можем обнаружить на самом деле очень нескоро. Ведь у меня на самом деле вот здесь вот может быть раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять. Я сейчас аккуратненько подбил вот это. Мне сейчас вот эти две, да, вот здесь вот. И мне нужно сейчас, по сути, вот эти две вот туда вписать, да. Я вписываю одну круглую, а одну неправильную. Неправильную. При этом общее количество скобок вот этих вот квадратных, их последовательность, она открылась, закрылась, она правильная. Вот эти скобки, их общее количество. Сейчас что-то у меня, это самое, одна была, должна была быть, по-моему, тут. Сейчас, секундочку. Раз, два, что-то у меня могло не совпасть. Случайно я сейчас, кажется, одну лишненькую написал. Ок. Ну, я сейчас могу посчитать. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. И 12 закрывается вот тут. Да, я хотел, чтобы у меня при этом было общее количество скобочек. Одна дополнительно там. И одна дополнительно тут. То есть, ну, чтобы оно у меня было прям красивенько. И все ровно. И проходило все проверки. То есть вот этот контрпример, и фишка в том, посмотри сюда, Иван, внимательно, что никакая попытка сравнивать два соседних символа не поможет. Подсчет количества открытых квадратных не поможет, это корректно. Подсчет количества открытых круглых не поможет, тоже корректно. Понимаешь? То есть мне нужно увидеть соответствие левой и соответствующей ей правой того ли она типа. Понятно? Имеем ли мы право их спаривать? Ну, условно, имеет ли это животное право на таком типе транспортного средства путешествовать? Ты понял? Да, но пока вы еще и говорили, у меня еще пара костылей появилась для кода, ну, чтобы работало. Иван, если можно, давай поэкономим наше время. Да. Я тебя очень прошу. Костыли костылями, давай-ка лучше мы, что называется, достанем сварочный аппарат. Хорошо? И мы сразу сварим это дело. Фишка в том, что на самом деле та идея, которая была с переменной, она сработает, если я скажу, ребята, а давайте это будет, собственно, стек. Не переменная, а вот этот контейнер. Контейнер-адаптер такой. Я в него буду напихивать не число плюс равно 1, а я в него буду пихать саму скобку. Смотри, я буду вот на этом графике, ну, прости, пожалуйста, это выражение, контрпример, уж слишком длинно для разговора. Давай именно то, которое вот сейчас тут записано, хорошо?
Значит, судя по тому, что я только что видел по переменной N, на самом деле предельный размер загрузки моего стека будет всего лишь 4. При том, что само скобочное выражение, оно довольно длинное, тут больше 10 символов. Но предельная загрузка стека будет совсем не так велика. Потому что скобки то открываются, то закрываются. Как это? Остановка, не знаю, не больше, чем 5 животных туда влазит, да? Но пройдет через эту остановку хоть 1000 животных. Лишь бы не получилось случайно так, что пришло больше 5. Ну, на самом деле стек, конечно, не ограничен вот такими маленькими жесткими размерами. Так вот, смотрите внимательно, друзья. Слушайте, ну вы прям правда герои? У вас это самое... Почти все держатся, и никто не покидает занятия. Я очень ценю ваше внимание, при том, что фактически мы остаемся в режиме лекции, и, как сказать, вот лабы семинарского занятия нету. Ну, на самом деле, вот то, что я сегодня, оно действительно ближе именно, ну, много нужно рассказать, подать вот эти идеи. Я очень рад, что Иван вступил в диалог, и у нас есть вот это вот... Обратная связь. Я чувствую, что вы что-то... Вот вы понимаете, вам хочется. Итак, еще раз. У меня есть именно стек. Я сейчас на каждом этапе буду, собственно, записывать скобки, которые туда падают. Ну, я не буду рисовать сами эти коробочки, да? Я просто буду рисовать сами скобочки. Итак, смотрите. Пришла левая скобка. Левая скобка пришла, я ее пихаю. Кстати, уровень заполненности стека, естественно, поднялся на единичку, да? О, еще одна скобка приплыла. Я пихаю ее сверху. Это у меня как бы, по сути, момент времени, да? То есть у меня состояние стека станет, что левая, а над ней сверху правая. Ну, еще раз, я границы стека сейчас рисовать не буду, места маловато. Да? Но это просто новое состояние стека, это вот этой специфической очереди, в которой как бы хвостом следом за этой открывающейся встала квадратная открывающаяся, да? Дальше... У меня что? Приехала открывающаяся синяя. То есть состояние стека становится какое? Вот открывающаяся синяя, она там давно. Вот открывающаяся желтая, она с прошлого хода. Вот приехала открывающаяся синяя. То есть высота стека, ну, количество хранящихся элементов равняется той самой переменной n, которая была. Но при этом я теперь запоминаю, какая именно каждая из открывающихся скобок была. И не забываю это. Теперь вот открывающаяся квадратная приехала. Значит, к этому моменту у меня все эти животные стоят в очереди. Животные, простите, скобки. Стоят в этой очереди и ждут, как эти животные транспортных средств, ждут своих правых скобок. Да? Вот еще одно животное встало в очередь. И тут внезапно приезжает транспортное средство. Конечно, транспортные средства я даже не собираюсь впихивать в остановку. Согласны? Правую скобку запихивать в стек смысла нет. Но я мгновенно обнаруживаю... Та-дам! Ну, пора животному, пора покидать стек. Я достаю сие животное со стека и смотрю. Животное у меня собака, да? А транспортное средство для передвижения кошек. Понятно? И я говорю, ребята, то есть мне нужно их сравнивать. Где красный мел? Он прекратился. Где красный мел? Вот дополнительный красный мел. Пора его себе подложить и наломать. Итак, я обнаруживаю вот это неравенство, да? Я вижу, что у меня несоответствие. И весь дальнейший анализ мне уже не нужен. Ясно? То есть я выдергиваю по правой скобке вместо минус равно 1, вместо просто уменьшения переменной, я вместо этого делаю выдергивание, но дополнительное действие должен проверить соответствие, что они друг к другу подходят. Друзья мои, к сожалению, я не успеваю сегодня, у нас предельное время достигнуто, я сегодня не успею это дело запрограммировать. Но я маленькую подсказку вам дам. Это очень, я почти уверен, что никто даже за неделю не решит этой задачки. Но я все-таки вам подскажу синтаксис вот этого push, синтаксис вот этого поп и программу, которая скобочное выражение с круглыми скобками делает, она у вас будет. Но если вдруг
Иван, у которого чешутся руки, возьмет себе в напарники, там, не знаю, Дениса и Максима. Вы можете воспользоваться, договориться в Телеграме или в Дискорде, договориться и устроить вот в этой же, в этом же голосовом канале, в этой комнате для учебы, организовать штурм мозговой и победить. Итак, подсказка. Смотрите, для того, чтобы создать стек, вам необходимо создать просто вектор. Просто вектор. Итак, смотрите. Значит, вам... Простите, пожалуйста. Вы создаете вектор... Кого? Символов. Вектор char S. Как раз он будет пустой. Он как раз будет пустой. Не забудьте, что нужно include вектор будет сделать. Дальше, в тот момент, когда вам необходимо сделать push, вы делаете так. s.push. Подчеркивание back. Ну, к сожалению, пишется длинненько. Push, подчеркивание back. И туда вы впихиваете символ. И это нужно делать вместо n плюс равно 1. Понятно? Это, по сути... Пуш. Действие по запихиванию. Это пуш. Действие по добыванию из стека. Вытащить оттуда. Оно будет поп-бэк. Взять с конца. Ну, то есть вы пихаете в конец и берете с конца. Соответственно, вам необходимо достать оттуда символ. Естественно, что нужно будет его для этого, ну, такую переменную типа char нужно будет создать. Да? То есть я должен такую переменную, собственно, создать. Да, она будет называться не словом символ, а словом, ну, каким-то другим. Да, то есть я оттуда что-то сейчас добуду. Да? То есть я добуду оттуда и назову это словом. Сейчас, секундочку. Сейчас, простите. Я вспоминаю. Я боюсь, что я могу неправильно сформулировать, но давайте я назову буковкой С. Да, соответственно, это будет соответствующая левая скобка, ранее запихнутая в стек. А символ в этот момент, когда вам понадобится поп, она как раз должна быть соответствующей правой скобке. И там довольно сложно будет сравнение, что они действительно именно правильно соответствуют друг другу. Это там if, elif нужно, ну, else if нужно будет писать. Ладно, короче, смысл в том, что я вначале должен достать из этой строки последний символ. Давайте я сделаю это гарантированным способом. Я достану его вот так вот. Там s, кажется, можно сделать из вектора. s.length в скобках минус первый. И второе действие, мне нужно этот самый стек понизить. s pop подчеркивание front. То есть, видите, довольно сложно пишется этот самый поп, но тем не менее я достал значение и прибил его, убрал его. Дважды одна и та же левая скобка не должна быть закрываема. Что является признаком того, что скобочное выражение норм? Если не забываем про брейк, потому что нужно немедленно, это несоответствие, немедленно паниковать. Кстати, в этом случае наверняка стоит запихивать обратно ту скобку, которую вы только что оттуда взяли. Ну, впрочем, может быть, можно еще не забрав ее сравнить. Потому что иначе получится. Ладно. Что я хочу сказать? Что надо. Надо в конце проверить, что стек просто пуст. Если стек пуст, то все в порядке. Друзья, давайте надо. Задание очень простое, но очень сложно. Ну, очень просто мне сформулировать, но очень сложно вам будет сделать. Реализуйте проверку скобочного выражения, в котором два типа скобок. Так, квадратные и круглые. Вуаля. На этом сегодня все. Спасибо вам большое.